Добрый вечер, дорогие любители киберспорта! Мы рады вас приветствовать на трансляции турнира Master of the Sword Solo. Сегодня на карте станция пройдет противостояние Фантомаса и Форса. Ну, эпохальное противостояние, ничего не скажешь. И сегодня снимать это противостояние будет Дмитрий 55-й. Ну, а комментировать буду я, мистер Бутерброд, и мой напарник Чертик Еретик. Чертик, привет! Да, здорово всем, кто к нам сегодня присоединился. Немножко мы задержались, но не настолько много, как вы думали. Будем смотреть станцию. Станция, конечно, карта хорошая. Мы давно ее уже не видели. Наверное, даже, я думаю, соло-турниров, таких как, например, Гром или Рикошет какой-нибудь. Вот, и теперь вот можем на этой карте понаблюдать. А еще, кстати, кто не в курсе, у нас есть и такие любительские турниры, где можно такую карту видеть, регулярно проходящие, это Silver серия. Вот, поэтому там тоже хурейцы соревнуются, и там можно эту карту посмотреть, как играют ребята. Но сейчас мы это смотрим официальный турнир, как уже Бутер сказал, поэтому будем смотреть за этими ребятами. Форс, конечно, хоть и обладатель краски кислота, но Фантомас, я думаю, не будет ему уступать. Ну, вообще, Форс, он на то и кислотник, чтобы тащить в харде. Но надо сказать, что наблюдаем мы за ним на протяжении турнира Master of the Sword Clans, и там он тоже себя проявляет очень даже хорошо. Поэтому, в принципе, у Фантомаса проблемы будут. Другое дело, что Форс — это, в первую очередь, игрок командный, поэтому есть, наверное, у Фантомаса надежда на то, что он будет, как соло-игрок, проявлять себя не так хорошо. Однако, опять же, это Форс. Это игрок мега-опытный, он играл уже и соло в том числе довольно часто, так что будет он, я думаю, ну, как минимум, пытаться разносить. Так, Фрикон, привет. Всем привет, да, добрый вечер, друзья. Если вы думаете, что мы задержались просто потому, что пили чай, то вы ошибаетесь. Если мы задерживаемся, значит, это либо технические неполадки, либо мы ждем кого-то из игроков. Ну и вообще, ну, у нас всегда есть причина. В общем, да. Знаете это точно. Поэтому не надо. Не надо. Улыбайтесь. Слушай, смотри, типичная ХРВР. Началось, и ребята встали за стеночку. Давай постоим за домиками, контролить, жду дроп будем. Да, просто жду дроп. Сейчас Фантомас первый выезжает, промахивается, ну и Форс будет забирать дашку. Это значит, что в атаке он преуспеет, во всяком случае, рельсу сейчас выдаст. И я уверен, что да, правильно все делает, уезжает. Хотя, конечно, ДДшку Фантомасу он отдаст. ДДшка 100% уйдет под контроль этого парня. Отлично. Хороший прострел под мостик. Это было классно. Это было действительно. И лично я люблю ХРВР именно за такие прострелы. А будем дальше смотреть. Фантомас уже ДДшный. Хорошо. Ой, хорошо, да. Хорошо законтролил ДДшку и выдал на опережение рельсу. Сейчас у нас будет заход на базу противника. Здесь есть ДДшка вторая. А Форс-то сзади. Фантомас, посмотри назад. Нет, он не увидел. И страдает, да. Все-таки решил этот парень, что респ ближний к базе у Форса, но ошибся. ДДшку он, конечно, должен забирать, рискует и, тем не менее, выживает. Ну и будет он увозить. Надо просто сыграть наверняка, аккуратно, да, за ДДшкой, все правильно. И, скорее всего, это доставка. Все-таки, да, аккуратно сыграл, сделал обманку. 1-1. Тем временем, да, здесь ДДшка прострелы пикселей могут наблюдаться. Вот сейчас можно, в принципе, ехать. Да, будет у нас затормаживать корпусом. Форс будет брать флажок. Не успел ДДшку реализовать. Зато все три ДДшки мы видели, что забирал у нас Фантомас. Сейчас есть прострелы уникальные. Можно сделать прострельчик. Ну и в ответ получить аптечку. Аптечка у нас в центре, которую пока еще никто не забрал. Ну, Форс за ней поедет. Форс явно будет получать рельсу, но аптечку заберет. Да, он все правильно отыгрывает от центра, еще и уходит от рельсы. Ну, просто белиссимо. Будет, к тому же, да, выдавать, да господи, боже мой, еще и уходит очередной раз от рельсы. Нельзя таких поблажек прощать своим оппонентам.
А тем не менее, сейчас Фантомас имеет шансы подобрать ДАшку. Не успевает, да. Очень обидно это было. Форд снова на броне, но промахнулся Фантомаса. Да это не так страшно. Он Флажок, кстати, можно еще, кстати... Ну, я не знаю, ну... Что Форд? Классно, что? Классно вообще играет. Парни, давай еще раз так сливаем его. Да что будет, тут будет классного? Тут просто не доиграл Форс. Я не понимаю, почему он... Два раза подряд сделал. Ну, это было классно. Ну, смотри, ну два раза промазать вблизи на броне. Но ну, даже я не думаю, ехать что... на прострел самому. Так ты знаешь, что ты выживешь, можно прямо на него ехать. Вот, и вот. Ты вернешь. Знаешь, да, это чувство, когда ты собираешь фул, а потом едешь и падаешь в минус. Просто потому, что чувствуешь себя бессмертным. Ну вот, видимо... Такая вот ирония постигла Форса. Уходит он на респ, Фантомас забирает одну ДДшку, сейчас заберет другую. И вот каков будет респ у Форса? Форс выжидает. Форс на паузе стоит, да, он выжидает. Да, ай, красавец. Ну, надо. Нет, ну прострел это не запрещено. Значит, разрешено. Технически он же мог уйти в гараж. А, так, и что? И тут, в принципе, Форс очень филигранно сыграл, пользуется буквально всем, что есть. Хотя, конечно, о спортивности таких моментов надо тоже поговорить. Но все в другой раз. Форс сливает Фантомаса, и на ДДшке сейчас будет ожидать респ. Респ есть, но Форс поздновато увидел. Ну, долго. Да, долго, здесь надо объезжать наказан. По-быстрому и сливать. Есть слив, все хорошо. Правильно. Фантомас отработал. Есть у нас эти аптечка. Второй раз аптечка уже падает, а флажок еще до сих пор не был увезен Фантомасом. Счет по-прежнему 2-1. Нужно что-то поделать ему с этим. Ну, я думаю, это он сейчас исправит. Да, еще и броню можно будет законтролить. Так, но он, слушай, наверное, все сначала проедет. Вообще заберет, я так полагаю, еще и броню засейвит. Форс в этот раз у нас не тормозит, а вот на центре будет давать телесум. Успел дать до брони. Это печаль для Фантомаса. Печаль, беда, да. А, ну и ты знаешь, здесь Фантомас хорошо уходит от рельсы, и Форс будет испытывать трудности, во всяком случае, рельсу. Ой-ой-ой, так и хорошо ты сыграл-то, а? Успел выдать рельсу, ну не знаю, Форс должен успеть, в принципе, еще... А еще и рез, ты посмотри, какое назло Фантомас, он тут еще должен вытерпеть рельсу. Но он успеет доставить это 2-2, и тут Форсу надо уже отыгрывать наверняка, надо... Либо ехать за дропом, либо уходить на респ, что может быть даже и правильнее. Да, ну, решает он все-таки уйти на респ, и вот тут вот Фантомасу уже надо выбирать, одна дашка или другая. А, во всяком случае, одну из них он отдал на этот раз Форсу, а это значит, что такого тотального преимущества не будет, если, конечно, не убьет он последнего. Тут все-таки... Ай-яй-яй-яй-яй, вот это прострел в пиксель-то, смог Фантомас попасть в эту дырочку, и вот едем это... теперь в другое вообще направление. Кстати, Форс с той же стороны, где Фантомас стрелял. Это как раз тот самый момент был, когда оба игрока были на одну рельсу друг для друга. Да, и это снова доставка. Это и опять попадание. При... Боже, как стреляет у нас Фантомас. Сравнял счет и уже вышел на опережение. 3-2 счет у нас по флажкам в этом раунде. Выглядит классно. Дождались. Фантомас просто хорошо стреляет, просто делает то, что надо делать, реализует дроп, и вот уже три раза на этой ДДшке он оппонента слил, сейчас, правда, Форс не должен подставляться, Форс, что делает Форс, честно говоря, мне неведомо, я не знаю, зачем он подставился, причем уже, по-моему, третий раз, это было странно, честно. А, ну вот сейчас все хорошо, сейчас все очень хорошо, тут даже Фантомас поспешил, наверное. Ну и Форс целый. Надо было Фантомасу постоять, дождаться, когда Форс будет выезжать, и хотя бы дать рельсу, чтобы Форс был битый на ДАшке. Тем не менее, целый Фантомас, но и ДАшный целый Форс. Здесь Фантомас будет первый, но ДАшка не должна так рано спадать, так что возврату быть. Ну, чертик, что? Я думаю, что хорошо сыграл сейчас Фантомас, оставил Форса вообще на одну рельсу, поэтому у нас мы видим, что у Фантомаса до сих пор есть преимущество, один флажок, это классно. Есть ДДшка, он за ней поедет? Нет? Нет, поедет, все-таки поедет. Надо посмотреть только назад, сзади же Форс будет ловить рельсу. Как да. Так вообще сзади... Ну, слушай, Фантомас возьмет ДД, и Форс для него будет на одну рельсу. Форс мимо ДДшки проезжает, решает ее оставить.
В любом случае, сейчас она ему не столько нужна, сколько понадобится в будущем. Хорошая рельса. И вот дождется ли он ДДшки? Нет, решает ехать вперед, оставив этот дроп под своего оппонента. Ну вот теперь уже лотерейка определенная есть. Кто кого переиграет, промах от Фантомаса и будет доставка флага. 4-4. 2 минуты впереди. В целом можно ожидать еще неплохих заходов. Сейчас главное реализовать дроп. Ну, собственно, кому? 4-4. Тут кто хочет побеждать. Будут ребята, видимо, ждать ДАшку. Ждут ДАшку, в то время как спадает у обоих у нас по ДДшечке. Не реализование них. И вот ДАшка. Ну, да, друзья. По теории форс ближе находится. Но можно еще и тормознуть. Здесь топчик. Ну вот. Да, форс заберет. Тут, ты знаешь, Фантомас сейчас сделал ровно то, что до этого делал на этом месте форс. Просто промахнулся. Он промахнулся в этот момент. И форс едет аккуратно, просто аккуратненько едет за аптечкой. Это так проблема для Фантомаса. Я думал, вообще, кстати, он ее заберет. В итоге мы не увидели этот момент. И форс теперь у нас получается на 2 рельсы. На 2 рельсы. Он как минимум 2 выдержит. И более того, если сейчас он поедет на сближение, что я думаю, он будет делать, то вот ДАшка, да, она спадает. И, ну, собственно, теперь он 1 рельсу все-таки еще должен выдержать. И я думаю, что он будет ее получать. Не ах, хороший, ты прикрепила, но у форса раньше рельса зажигается. Я, честно говоря, не понимаю, зачем форс так рискует. Он мог сыграть наверняка, убить Фантомаса и доставить флаг, но вот решил рискнуть. Ну, ладно, положим, это его стиль игры. Может быть, это в дальнейшем его спасет. Во всяком случае, Фантомас, я думаю, что должен был понять, как играть против форса. Ну, Фантомас сейчас должен зажечь рельсу, зажигает, доставляет. Да, доставка здесь прям у нас красивая. Есть ДДшка, видишь, это ДДшка, которая форса спасет. Как раз таки, по идее, должен видеть. Ну, здесь будет доставка, я уверен, более чем. Тут можно есть способ прямой, даже не сворачивая никуда. Ну, и будет наверняка. Все отлично. Все-таки надо сыграть так, чтобы впоследствии оппонент не успел доставить еще один флажок. И я думаю, что форс прекрасно это понимает. Да, вот тут он играет действительно наверняка. 5-5. Можем мы констатировать ничью в первой 10-минутке. Ну, еще красиво сливает под конец, немножко себе УП улучшил. Тем не менее, кстати говоря, по УП лучше себя чувствует Фантомас. Да, вообще, кстати, по прострелу в первой половине раунде мы видели, что Фантомас, конечно, владеет картой более эффективнее, обращается с рельсой здесь, потому что он явно видит прострелы и как поведет себя противник, хотя иногда... Хочется сказать, ну почему ты не поворачиваешь башню? Ну, очевидно, что он будет сзади где-то, и ты вот выжидаешь, что просто на очевидность едешь. Слушай, тут такой, я понимаю, о каком моменте ты говоришь. Там действительно был шанс, что форс отреспится на ближней вот этой части к себе справа от красной базы, и можно понять Фантомаса. Да, не прочекал он свой тыл зря, но все-таки понять его можно. А что касается прострелов, то да, Фантомас использует их, ну, наверное, по более своего оппонента. Во всяком случае, дает он прострелы и через щелки, и через контейнеры, и через заборы, и через всю карту. Это здорово. Но в ближнем бою, когда вот борьба, например, была за ДАшку, форс 2 раза из 3, во всяком случае, чувствовал себя повольготнее. Он как будто бы не боится, знает, что будет, и здесь на этом Фантомаса переиграл. Однако, Фантомас под конец понял, что за фрукт форс, и я думаю, что если он сейчас, я имею в виду форс, будет продолжать выезжать, рисковать, то может, ну, злую шутку это с ним сыграть. Надо все-таки в дуэлях играть наверняка. Надо сказать, что в целом форс... Вот мог бы этот парень и победить. Если бы, опять же, играл наверняка. Там бы была доставка флага, а может быть даже не одна.
Ну да ладно, это все сослагательное наклонение, история, как мы понимаем, его не терпит, так что будем говорить о настоящем. Друзья, в настоящем у нас поломан сайт нашего розыгрыша, так что розыгрыша как такового сегодня не будет. Однако, не спешите отключаться, мы сейчас, вот Наташа конкретно в чатике, для вас сливает множество промокодов, они периодически уходят в чат, так что наблюдайте, успевайте. Копируйте и наслаждайтесь игрой. А у нас начинается второй раунд. Так. Да, дроп снова у нас есть. Форд, кстати, уже потерял ХП. Фантомас все время на ДДшке за контрольной этой. После смерти Форса есть у нас броня скоро, которая будет падать на центре. Форс единственное выжидает паузу, это явно видно. Но кто не понимает, обратите внимание на... Тайминги. И вот Фантомас делает ошибку. Ну как так можно ехать? Конечно, да. Нам виднее сверху, а ему снизу. Видим и потерянный флажок от Форса. Неопытно как-то сыграл он. И есть теперь подбор своего флажка. Ну, надеюсь, аптеку Фантомас в этот раз законтролит. Все-таки законтролит аптечку. Слушай, ну вот как интересно. Ребята сейчас пойдут на сближение. Конечно, вокруг аптеки все будет происходить. И да, Форс. Форс забирает аптеку очень красиво, правда промахивается, и теперь Фантомас уже в более выгодной позиции. Надо было ехать на Форс и сливать, но тут уходит он в какую-то дальнюю конфронтацию, учитывая, что у Форса ДДшка, это не лучший вариант. Теперь уже надо бороться за ДАшку. И вот что будет вокруг нее происходить? Ждет Фантомас, пока ДДшка у Форса спадет или тут выйдет. Ну и сейчас увидим вот тот самый момент. Фантомас просто выжидает. Будет он Форса здесь, скорее всего, добивать все-таки должен. Он, да, все правильно он делает. Еще и спадает ДДшка, ну и что? Все правильно, надо не сливать Форса до последнего, чтобы флажок вернулся. Форс сам это прекрасно понимает и отправляет себя же на респ. Зачем Фантомас едет за флагом, когда есть ДДшка на станции, непонятно. Возможно, он сейчас сможет доставить, а может быть и нет. Форс-то будет уже ДДшным. Ну, хорошо, дал рельсу, тут бесспорно. Но Форс уже успевает, правда, Фантомас в более выигрышной позиции. Да, очень хорошо. Промахнулся, как это можно было промахнуться? Красавец. Будет возврат, это уверенный возврат. Нет, как это? Ну, возврат будет. Но ужасно, со стороны просто ужасно. Фантомас. Какие-то ошибки, явные пролеты, перелеты. Я не знаю, что это с рельсами у парней. Ну, тут что, просто на нитре залетел Форс, поэтому Фантомас такого не ожидал. Вот. Ну, а потом Фантомас просто зарядил рельсу раньше Форса. Форс, я думаю, тоже такого не ожидал. И все-таки это 1-0. Аптека выпадает в очередной раз, идет на сближение, Фантомас понимает, что ДДшка вот-вот спадет, будет разряжаться, а зря. В итоге аптечка ему уже светит навряд ли, Форс все прекрасно понимает, я думаю, что ДДшку он почувствовал, я надеюсь на это, но, видимо, нет. Тут видимо, скорее Фантомас ее заберет, есть прострел на Форса. Кто же раньше? Раньше Фантомас. Ну странно, и... мне показалось, что там был Форс раньше. Не, ну, мне показалось как раз, что Фантомас. Ну, ты знаешь, это такие моменты. Тут ребята прекрасно понимают, что ДАшка выпадает. Ну и вот поэтому идут на респы. Да, Форс сливает своего оппонента, хотя и сам получает рельсу, но еще одну он выдержит. Так что надо просто отыграть наверняка, слить Фантомаса. Я думаю, что это в целом должно у него получаться. Уходит хорошо. Ну и доставочка 1-1. Если, конечно, ДАшка сейчас у него не спадет, пока он будет тут стоять. Нет, не спадает, хотя и промахивается этот парень, но рельсу получать будет. И соперника сольет. Ну, в смысле, рельсу ему даст. Да. Да, Фантомас будет брать, далеко ли уйдет, мы сейчас это увидим, есть ДДшка, Форса респы с центра все-таки респы, едет на сближение, есть рельса, Форс будет сливаться сам, я думаю, тоже, или с ДДшкой подберет, нет, ДДшку подберет все-таки парень, где, ох, еще и королевские респы у нас на станции, где есть ДДшка. А есть ДДшка, но ее еще надо подобрать, а тут Фантомас будет следить за Форсом, который пытался подловить этого парня.
Так, ну, у Форса рано или поздно ДДшка спадет. Фантомас это прекрасно понимает. Ну и поэтому не торопится. Форс, да, отчаянную тактику убирает. Не получается. Фантомас играет очень качественно, наверняка. И вот Форс снова с этими респами. Ну, насколько, опять же... Фантомас, это... обернись, пожалуйста, сказал слушай, я. Слушай, вот этот момент с респами, как ты считаешь? Насколько это честно? Спортивно, насколько, да, это честно, правильно, как хочешь, назови. Ну вот, что ты думаешь по этому поводу? Я считаю, что нет, нельзя так вообще играть. Ну, как бы, нельзя, ну, делают ребята. В правилах у нас не запрещено делить. Вот. Хотя надо в правилах написать, что делить запрещен. Это будет нет, честно, ну, делить, думаю, тут при чем? Адекватно. Тут не в делите дело, тут в паузе дело. И я как раз хотел сказать о том, что... как бы это не киберспортивно с точки зрения наших недоаналитиков могло бы показаться, но это война, на войне все средства хороши, и когда ты вспоминаешь, что, а это, кстати, доставка 2.2, что не запрещено, то разрешено, то, в принципе, понимаешь, что здесь все справедливо. Со стороны Форса упрекнуть его не в чем, разве что с какой-то моральной точки зрения. Но пока в правилах это не запрещено, он хорошо сбивает Фантомасу и имеет право стоять на паузе. Да, другое дело, что это тоже своего рода скилл, потому что это надо тоже уметь использовать. Вот и думай после этого. Просто в такие моменты ты действительно начинаешь восхищаться, потому что когда смотришь за развитием игры не первый год, понимаешь, что в принципе все идет по спирали. И очень много, особенно в киберспорте, особенно в ХРВР, ну, одинаковых моментов, происходит все одно и то же. Люди стоят, кемперят, ждут дроп, промахиваются, промахнулся, сбивают. Вообще, да, промахнулся вот на Фантомас. Сейчас есть слив, сливать тогда. Сейчас нужно Фантомас еще и догонять, а я он это пытается подожди, сделать. Подожди. Я что хотел сказать. Тут Форс будет пытаться сливать. И, кстати говоря, он в хорошей позиции, так что я думаю, что да, надо просто идти на сближение. Отлично. Промах от Фантомаса, и Форс тут уже в туз в рукаве имеет. Надо просто сблизиться, потому что аптека уже выпадает. Все хорошо делает Форс. Если, конечно, попадет, то он попадет. И будет через дашку ехать на аптеку. Так вот, я говорил о чем? Я говорил о том, что вот такие моменты, пусть с паузы, пусть спорные, они все-таки заставляют восхищаться игрой, потому что ты узнаешь заново какие-то... Видишь что-то с новой точки зрения и понимаешь, что можно все-таки в чем-то старом находить новые моменты. Можно все-таки увидеть какие-то фишки в этих противостояниях. Форс заставляет тем временем четвертый флажок. Дашку он реализовал по полной. Ну и по полной, это, конечно, да, вы меня поняли. И теперь у него есть еще и ДДшка в запасе. Ой-ой-ой, промахивается Фантомас. Первый с нервишками не смог совладать. Ну и у Форса есть еще одна ДДшка. Неужели он ее не видит? Нет, увидел, я надеюсь. Да, увидел. Он ее увидел, и, наверное, Фантомасу здесь на ничью претендовать, не знаю, каким образом он сможет это сделать. Но вот Форс ДДшка может это сейчас исправить хорошо, потому что Фантомас у нас без брони, можно сразу рельнуть, главное грамотно попасть. Ну, но, знаешь, Форс, вот я мне думаю... всегда, когда играешь через станцию, кажется, ну, трудно там просмотреть вообще прострел, когда тебе перед тобой целая станция, стоят эти дропы. Ну, нереально там что-то увидеть, а еще когда блутают, бывает, под этой платформой. Ну, вот ну, ребята да. уже норовились там прострелы делать, это, конечно, конечно. Они, наверное, уже эту станцию просто чувствуют, и в этом смысле Фантомас... Ой, хорош! Фантомас сыграл отлично. Форс опять не смог выстоять столько, сколько требовал от него ХРВРшный этикет, ну и теперь поплатиться за это флажком. Однако, есть у него дашка. Тут от Фантомаса он, конечно, получит смачную плюху, и Фантомас целый. Будет на дашке. Эй, аптека, Фантомас, Фантомас!
Ну, боится он не успеть, хотя за 35 секунд, ну, ладно, тут и Форс не увидел аптеку, мог он отыграть от нее и просто слить Фантомаса. Почему Фантомас мимо аптеки проезжает? Потому что Форс спешит, ее, 20 секунд. Ну, у тебя же Дашка спадет, Фантомас, у тебя же спадет этот дроп, он еще и промахивается, и Форс делает все правильно. Форс просто уезжает, мог бы сразу на аптеку, но тут остается 10 секунд, промахивается Фантомас, и тут уже... можно констатировать победу в этом раунде Форса. Да, нервишки у ребят шалят. Видно. Видно, что переживают они. Но, тем не менее, с небольшим перевесом, всего лишь в один флажок, Форс вырывает победу в этом раунде. Первый закончился со счетом 5-5. Да, кстати, кто не в курсе, у нас с Натальей кидает иногда не так просто промокоды, а еще в зависимости от лайков ваших и просмотров на количество просмотревших нашу трансляцию. Поэтому чем у вас больше лайков, тем чаще Наташа кидает у нас промокоды, поэтому обратите на это внимание. Пока сайт, конечно, не активен. Но в дальнейшем, да. Да. Так, друзья, я не помню, сказали мы вам или нет, но если вдруг нет, слушайте. Это, как возможно вы знаете, стадия 128. Да, именно так. Ну и что это значит? Это значит, что еще впереди долгий путь, но победитель пройдет, а вот проигравший... покинет этот турнир. Как это не грустно, но вот так. Да, черт. Да, это, к сожалению, без нижней сетки стадия, поэтому здесь на выбывание. На выбывание. Так, я сейчас листаю, чтобы посмотреть этот бездонный список наших игроков, которые... друг с другом борются за прохождение в следующий тур. А ты пока что наблюдай за картой. А то я сейчас засмотрюсь. Да, дроп, ребята, контролят. Дроп отконтролен почти весь. Остается броня, которую в последнюю очередь будут брать. И все. А так, что я могу сказать? Я могу передать привет Даникмену. Пожелать ему удачи с Недом. А он, по-моему, с ним сегодня играет, если я не ошибаюсь. А, и поискать еще. А, вот, нашел. А, кстати говоря, у победителей этой пары уже есть соперник в дальнейшей стадии. Он их будет ждать. Так, дальнейшая стадия, как вы понимаете, 1.64, и там Колд уже ожидает победителя этой пары. Да, чертик, что ж ты меня не прервал? Уже начался третий раунд, Фантомас разбушевался. Фантомас ДДшный, и обернись, Фантомас! Ну, на этот раз он все-таки ближе к флажку был, уезжает и будет пытаться Форса на дальней дистанции контрить. Так. Да, Форс выдает релицу, хороший прострел, если Форс вернет флажок, Фантомас потерял. Есть ДДшка, Форс, наверное, за ней должен ехать. А Фантомас не успеет ее взять. Хорошее сбитие. Хорошее сбитие. Фантомас должен погибать. Нет, и ни тот, и ни другой не погибает. Но Фантомас раньше или сам, мы это знаем прекрасно. Фантомас красавчик. Фантомас играет наверняка. Фантомас, у него более, как ты говоришь, терпение есть, то есть он выжидать умеет. Не то, что у нас Форс такой нетерпеливый парень. В некоторые моменты он, конечно, надо... перебарщивает. И да, в некоторых наоборот. А в некоторых наоборот выжидает как надо. Так что, если честно, я до сих пор не понимаю, тут от раза к разу не приходится. А ребята, ой-ой-ой, красивый выстрел Фантомас выдает по Форсу. Ну и Форсу бы вернуться за ДАшкой, прострелить-то, да, он прострелит. Но в дальнейшем флажок будет увести не так просто. Чего ждет Фантомас, мне не совсем понятно. Ну вот, наверное, этого. Аптеку бы взять Форсу. Ну он же наверняка ее видел. Я уверен, что он ее видел. Ну хорошо, отлично, сливает и будет мчаться на аптеку изо всех сил. У него это получится. Дальний респ у Фантомаса. Нет, должен успеть, аптека... нет, не успел.
конечно. А, ну, кстати говоря, у Фантомаса ДДшка. Если он ее заберет, а он ее заберет еще... Нет, не заберет. Но хорошо надавал. А, отлично. Сейчас сыграл. Можно, в принципе, успеть доставить. В всяком случае, уйти от рельсы и аккуратно сыграть. Так, хорошо. Все правильно. Это как раз та позиция, в которой игроки умеют играть. А форс немножко, немножко промахивается и отправляет, тем не менее, на респ Фантомаса. Да, есть ДДшка у нас на станции, за которой будет гнаться форс. Будет ли получать рельсу? Я думаю, все-таки будет. Нет, успевает назад уклониться, понимает прострел Фантомаса, видит его. И Фан у нас тоже находится на ДДшке, который может позволить ему вернуть свой флажок. Есть промах. Промах у нас есть. Как-то увернулся форс. Ожидал все-таки это. Не ожидал я, конечно, что он сможет увернуться. А, да, форс сейчас будет увозить флаг. Он слил своего оппонента и сольет, судя по всему, вновь, потому что очень-очень неудачный респ от Фантомаса. Вот если бы он сейчас нажал на паузу, как это делал форс, но, видимо, Фантомас не такой. Фантомас играет четко, традиционно, и, ну, пока что будем называть это традиционно. Как только это внесут этот запрет на это в правилах, будем говорить незаконно. Да, ну... Да, слил своего соперника, разобрал на фулах его, это стоит уважения, а Фантомас уже берет флажок, будем двигаться на центр, форс. Но хорошая рельса, ездит аптечка. Фан у нас должен сливать форса, да, и аптечку забирать. Ну, давай, спасибо. Если выдвижение на флажок, ну, здесь препятствий не должно быть, даже одну рельсу словив, он сможет хорошо себя показать. Вот здесь форс будет выжидать, да. Угадай, угадай, вот понимаешь, иногда такая ситуация, угадай, с какой стороны появится противник, слева, справа, вот тут забор у нас маленький, вроде просвечивается, но вот угадать, с какой стороны будет васп, это, конечно, сложно, как и васпу, который должен понять, в какую сторону надо уехать. Все, все так. Да, Фантомас уходит на респ, кстати говоря. Он самостоятельно это делает, хотя целый мог бы и попытаться остаться. А, ну да ладно, он рассчитывал, видимо, получить дамаг, сейчас хорошо по форсу выдаст, но и от рельсы его ДДшный должен теперь уходить. Так, очень неоднозначный момент, потому что для Фантомаса все довольно просто. Надо ждать. Терпение, терпение... И еще раз терпение. Форс будет выезжать. Попался, попался на этот финт Фантомаса. И тот его наказал. А теперь уже Фантомас в роли атакера. Он на нитре мчится, хоть и спадающий, но все-таки полкарты проехал. Хорошая сбитая рельса по форсу. Ну и тут доставка неминуема. Да, очевидная доставка. Есть доставочка. 4-3 становится счет. И мы видим, что теперь Фантомас лидирует и форс позади. Есть хорошая рельса, форс на опережение стреляет, это отличная новость для него. Броня мы законтролили, и теперь едем на респ к Фантомасу, который вот тут уже готов. Готов страдать от форса ДДшного. Но вот не тут-то было, форс решил просто проехаться под броней. Ну все логично, да, доставка есть, даже флажок не оттаскивал он дальше. Не затормаживал время своей смерти. Есть еще аптечка, 4-4, надо форсу побеждать в этом раунде, если он хочет завершать сегодня. А ты знаешь, если он хочет завершать сегодня, мне понравилось. А, ну, форс должен выдерживать рельсу на аптеку, он едет все очень грамотно, но вот заметь, у нас, ой, красавец Фантомас, прям показал, как протискиваться. У нас качели все-таки присутствуют на карте, это постоянно происходит, когда играют, ну, игроки, которые не часто допускают ошибки, или же не допускают их практически вообще. Так, Фантомас. Фантомас будет на сближение. Ну зачем? Там же ДДшка. Да, хороший прострел был. Но форс на упреждение может стрелять спокойно. Еще Фантомас. И... О, это промах-то, смотри, вот теперь есть Беги, шанс. Беги, Фантомас.
Ну, теперь он и симбивает ему рельсу, да. Ну, очень все неоднозначно у нас. За ДДшкой, Фантомас, за ДДшкой. Только сейчас он ее увидел, едет за ней и будет мчаться на возврат. Правда, тут, ну, у Респа, в принципе, у Респа, у Форса такой себе Респ. А можно было с ним легко разобраться, ну как, не смог он на этом. Ой-ой-ой! Тоже очень неожиданно, но, тем не менее, Форс до сих пор может... Вернул он флажок. Может, сначала он заберет броню, все верно делает. Теперь вернем флажок. И вот теперь можно ехать за флажком. А, теперь главное... Ой-ой-ой, вот, Фантомас! Проскользнул, и Фантомас, кстати, тоже, по-моему, не выдавал рельсу, либо ждет сейчас просто, чтобы сбить. Ну, это было классно, это было очень классно. Чисто хрврешный дуэльный подход, мне нравится. А, ну и теперь Форс уже на одну рельсу для Фантомаса, учитывая, что тот ДДшный, да и Дашка не вечно. Промах, но опять же Дашка спадает. Правда, аптека выпадает, тут надо быть поаккуратнее. Фантомас будет, видимо, выезжать. Оттягивает флажок подальше, понятно, нужно ему время для того, чтобы определиться. Можно попасть. Есть хороший промах, Фантомас переждал. И попадает на ДДшки. Просто видел, как забрал у нас грамотно аптечку. Просто тут Фантомас должен был выдавать, он просто переждал. Испугался Форса. А зря. Теперь уже Форс, не боясь своего соперника, едет на того и будет возвращать флажок. Все закономерно, возврат, и тут Фантомас, правда, ближе. Хотя, конечно, кто... Ой-ой-ой, выезжает Форс, но промахивается. Не успевает оставить, да. Еще и второй раз промахнулся, Фантомас может вернуть. Ну, да, аптечка, он аптечка, говорю, короче. Нитра должна на себе проявить, и Фантомас должен... не должен попасть. Даже... Ой-ой-ой. Ну, даже так он получит рельсу. Ну да, все-таки вернет. Форс все прекрасно понимает, и да. Но это возврат, это еще далеко не доставка, потому что Респ у Форса, ну, дальний. Респ тут... только ДДшку этот парень заберет, а вот слить своего оппонента еще придется. ДДшки, ты смотри. У нас все тут филигранно происходит, поэтому... Ой-ой-ой! Есть прострел! Красавец! Ну что за прострел? Это просто божественный прострел. Еще есть броня. Ну что, Лес, ты говорил, какой... Форс плохо использует прострелы. Как тебе такое? Форс красавчик, хорошо прострелил, теперь будет увозить флажок. И надо сказать, что да, он получил рельсу, но он на ДДшке. Вот сейчас уже снова. Ну вот зря, да. Вот тут, конечно, проблема. Здесь все сейчас может решиться. Ой, решается не в пользу Форса. Мы будем смотреть четвертый раунд. Здравствуйте. Да, вот это поворот. Доставка! За 2 секунды Фантомас выходит вперед. И, собственно, что, 1-1. Будем смотреть следующий, четвертый раунд. На самом деле довольно интересно наблюдать за таким противостоянием, хотя в дуэлях, как мы знаем, не всегда бывает интересно. Но вот так вот. Решил, вот опять, Форс, как говорится, лучше синица в руках, чем что, чертик, журавль. Чем флажок у противника на респах. Все правильно. И ты знаешь, вот тут вот Форс... не стал придерживаться этой пословицы, решил он все-таки рискнуть и довел его риск до поражения в раунде. Но Форс не был бы Форсом, если бы он не рисковал. Я надеюсь, что... Ну, мне нравится, когда люди рискуют, потому что, откровенно говоря, было бы неинтересно смотреть за просто стоянием за стеночками. Так что в этом плане Форс мне, конечно, импонирует, но надо все-таки... в таких моментах играть наверняка. Зато прикинь, если бы он слил и доставил. Это было бы просто, знаешь, вот эти вот друзья-негра вылезают и такие «Воу-воу-воу!» Ну, ты помнишь. Я не знаю, что ты говоришь. Главное, что мы видим, что ребята смогли... сейчас один раунд выиграл Фантомас, другой Форс. И в обеих случаях мы видели, что это был разрыв в один флажок. Что говорит о максимальной подготовленности ребят для этого турнира. Я думаю, все согласны с этим мнением. Сейчас мы ждем четвертый раунд, который, возможно, станет последним.
Возможно, все возможно. Так, друзья, я вам могу сказать, я тут смотрю, что в чате некоторые негодуют, что мы не отвечаем на вопросы. Друзья, мы вообще-то комментируем. У нас не всегда получается следить за чатом. В перерывах вот приходим. Так. Во-первых, считаю. Всем привет. Да, ну да. Бутер, я болею за красивую игру, а ты Кинг. Я с тобой совершенно солидарен, я тоже болею за красивую игру. И надо сказать, что наши с тобой ожидания, да, оправдались. Я думаю, что чертик тоже за красивую игру. Ну и за то, что Бутер Кинг, я тоже могу втопить. Что? Тут, ну, это, ну, очевидно, да. Ладно, ладно, типа застеснялся, не краснее Бутер. Ладно, ладно. Есть прострел хороший от Форса. Будем брать флажок. И впереди нас видим, как светится аптечка. Да. Слушай, мне нравится, что ОДД, который вчера у нас отыграл на харке, пришел и говорит: два васпика, скукота. Тебе напомнить, ОДД, какой корпус ты в последнем раунде взял? Это доставка. Форс выходит вперед, он ну, на спадающей дашке, но он выдержит одну рельсу, а значит, ДДшку все-таки заберет. Так, Фантомас не забирает ДДшку, ну... Вот но он забирает хорошо. ДДшку, ДДшку забирает Фантомас все-таки на станции. Есть хороший прострел, ну, оба минус. Минус. Надо вниз спуститься, или Форс будет тем парнем, который будет сверху прострел выдавать. Сейчас увидим. Да, это будет прострел сверху. Возможно, у нас сегодня фокусы обещают. Так, что, опять стоять не надо, ребята. Давайте лучше рисковать. Форс, видимо... Кто рискует? Кто рискует, тот с нами в одной лодке выглядит, да. Форса, который, кстати, ой-ой-ой, промахнулся, как и Фантомас. Ну, там такой миллиметровый прострел был. Если бы они попали, это было бы божественно. Божественно. Ну, божественно попадает Фантомас. Фантомас хорошую рельсу выдает. Еще одну хорошую рельсу, не ожидал Форс такого. Ну или не увидел, что пиксель все-таки видно. Хотя я думаю, что все-таки скорее думал убрать этот пиксель вовремя. Фантомас сольет своего оппонента, будет через ДДшку, я так думаю, уехать. Все правильно увидел. Ну и это если он сейчас с респом. С респом надумает, а где респа? Нету респа, потому что Форс прекрасно понимает, что Фантомас с ТДшной это опасно. Но вот из-за того, что он достоялся, теперь Фантомас забирает ДАшку, еще и сливает без получения дамага своего оппонента. Доставочка и за аптекой. Да, да, но... есть заход на базу. Почему? Синих. Фантомас здесь впереди уже. Ну а Форс решил подстраховаться, забрав аптечку, которую Фантомас, конечно, бы хотел забрать. А почему он не забрал? Ну отжал Фантомаса. Говорит, парень, ну зачем тебе аптечка? Видишь, даже Фантомас завернул, думал, это аптека. Так а почему Фантомас ее не взял? Ну он как бы быстрый парень. И больше на этом много чего сказать. Да. Да, ну ладно, на его совести это аптечка. В любом случае, сейчас оба оппонента ТДшные, так что на одну рельсу друг для друга остаются. Фантомас дает, но вот Фантомас сейчас не в лучшем положении находится, потому что, как ты уже отмечал, с этой позиции обзор такой себе. Ну вот сейчас будет он мансить, будет пытаться подловить Форса. Я напомню, что даже без ДДшки Форс сливает Фантомаса с одной рельсы. Что нельзя сказать, собственно, противоположной ситуации. Да, собственно, так и происходит. И уже 2-1 практически можем мы наблюдать на счетчиках флажков. Но, правда, Фантомас хорошо респится, очень близко. И Форсу сейчас надо сыграть аккуратно. Форс хорошо обманывает и будет первый на рельсе. Вот, если ты первый на рельсе играешь наверняка, то это наверняка будет доставка. ДДшку еще потом заберет, так что у Фантомаса все, не дай бог. Да, есть у нас и 2-1 еще на табло, и Фантомас, в принципе, должен тормознуть и обратно вернуться, но он красавчик. ДДшку все-таки забрал Форса, Форс выжидал, у меня как-то была пауза, и ну теперь вот он заберет броню. Броню он заберет, да, но...
тут, ну, стоял, во всяком случае, под прострелом уехал, и Фантомас рвется в бой, у этого парня есть аптека, так что он не боится получать дамаг. Но как бы не так, говорит Форс, и вот таким образом фактически рокировка у нас происходит. Получает дамаг оба игрока, но вот опять же, у Форса есть аптека, и хорошо, Форс сливает своего оппонента. Не смотрит Форс, что на станции выпало ДД. Едет он вперед, едет он на свою базу. Как бы это, да, не сыграло с ним злую шутку. Хорошая рельса от Фантомаса, и тут уже проблему Форса... Возврат должен быть. По идее, но Фантомас сначала хочет нас законтролить свой флажок. И вот теперь первая рельса по Фантомасу хорошо, но Форс слишком тоненький. Он очень тоненький, да. Здесь никак не ускользнуть от метрового васпа. Это будет как? Доставка Фантомаса. Это будет доставка, и более того, Фантомас поедет за ДД, очевидно. Так что в Форсе сейчас работа недюжая. Это слить этого парня. Он сейчас, ну, в неплохой, надо сказать, ситуации. Ой-ой-ой, Фантомас-то едет вперед, не боится. Ну, надо было все-таки хотя бы рельсу заряжать. Но нет, Форс будет увозить, и вот здесь уже практически точно доставка. Потому что Форс, я думаю, такой шанс не упустит. Будет он доставлять флажок. Ну, вот уже сейчас. Да, конечно, 3-2. 3-2 в пользу Форса. Для него пока что все хорошо. 4 минуты до конца. Первый рельса от Фантомаса вылетает, он остается на фулах. Есть опять-таки эта ДДшка и броня, которая ему позволит довести как минимум один флаг, а может и два даже. А может и два. Поди знай, честно говоря, потому что дроп на самом деле у него какое-то время еще будет держаться. Учитывая, что впереди аптека, а Форс для него сейчас картонный, я думаю, что да, может он... претензии на флаг еще иметь. Непонятно, почему сейчас не поехать на Форса напрямую, не слить его, но решает Фантомас сыграть вот так. И тут уже дроп у него спадает. На самом деле сейчас очень нужно было отправить Форса на респ. Почему я всегда хочу сказать респа на Форс? Респа на Форс, ну, возможно, это твоя бывшая работа это влияет. Ну, а Фантомас у нас есть у нас на одну. Форс это знает, и нужно его сливать. Почему? Надо ехать прямо на него. Не тражи есть, парень. Ну что ж ты творишь? Что он творит? Он получает рельсу. Ну, я про Форса говорю. И Форс, тем не менее, будет, да, сливать своего оппонента. Играет наверняка, не едет за ДДшкой, что в дальнейшем может... ну, тут респ у Фантомаса. Ну что же, Фантомас, ты не видишь ДДшку, что ли? Фантомас, ну так делать нельзя. Так делать нельзя, и все-таки Форса он отправит на респ. Возможно, это тактический ход. Я все-таки всегда надеюсь, что игроки слишком умные, нежели что-то проворонили. И вот будем надеяться, что Фантомас оставил для себя целую эту ДДшку, чтобы не тратить время. Ай, промахнулся Форс, ты посмотри, промахнулся. Форса. Фантомас, да, промахнулся. Едет за ним, и тут, конечно, вариант такой. Ой-ой-ой, вот тебе его реально. А вот это да, Форсу проблемки. Проблемки Форса. Ну, это доставка. Это... Ну нет, не оставайся, Фантомас. Ты можешь не успеть. Ну да, у Форса хорошая позиция. Он просто должен слить Фантомаса. Фантомас услышал? Да, увидел, услышал. Не важно. Кто кого еще услышал? Ты Форса или он тебя? Ну, не знаю, кто кого услышал, но Фантомас хорошо играет. Играет наверняка и через Дашку. Я думаю, через ДДшку одна стала, но потом хорошо. Ай, если бы сейчас слил, просто вай, цены бы ему не было. Ну да ладно, он все равно может претендовать на аптечку в центре. Надо, правда, играть аккуратно. Все-таки есть ДДшка у оппонента, а и сейчас он может с одной тебя снять. А у хорошая рельса там от Фантомаса. Там сильный прострел был, ну, он нам удался. В итоге мы видим, что Фантомас у нас лидирует пока что по карте. Минута до конца, у Форса проблемы глубочайшие, я бы сказал, проблемы. Ему нужно прятаться, я не знаю, каким образом, чтобы флаг не уходил. Он а еще флаг и уходит, дает... это 5, ну, не будем загадывать, но 5-4. Ну, это доставка, да. А в любом... Он еще и дал... Да, но это было очевидно, что там будет на упреждение рельса. Ну да, но надо было все-таки пытаться. Форс еще и выдал рельсу по Фантомасу в момент, когда еще была ДАшка
на последнем. И вот действительно здесь это зарешало. Теперь Фантомас целый, он отреспился. Форс, правда, тоже целый, но Форс сейчас аккуратно, не спеши. Не спешил и получил рельсу, да. Ну все, он уже сливается, это видно. Ну, это очевидно, что он сливается. Знаешь, вот что мне не нравится, так это то, что за 30 секунд... Что? Ну, он перестраховался. Ну, здесь, конечно... Что? Нет. Что? Ну, не что, понимаю. Ребята, не... что это такое? Тормозите его. Ой, ну, сейчас Форс мог стрелять на опережение, зачем-то не стрелял, но Фантомас мог, в принципе... Ну, фактически, он... Форсу давал шанс на доставку. Тем не менее... Есть у нас результат последнего раунда, преждевременно Форс выходит, и тем не менее мы видим по счету 5-4 и 2-0 в матче в пользу Фантомаса. Спасибо игрокам, будем ждать Фантомаса в 1-64.